Во вторник в Самарской области облачно, местами пройдет кратковременный дождь, сохранится теплая погода, днем плюс 18, плюс 22, ночью 8-10 градусов выше нуля. Ветер северный 2-4 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность, пройдет небольшой дождь, днем плюс 21, ночью плюс 10, северо-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти облачное небо, днем плюс 20, ночью 9, тепла, северный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 20, ночью 8, выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Геомагнитное поле относительно спокойное.